Сегодня проходит турнир, посвященный открытию чемпионата мира по футболу в России, который все с нетерпением ждут. Турнир под названием «Дети Донбасса за мир». Данное мероприятие решено было провести совместно с Министерством спорта, культуры, спортом для всех, а также при поддержке спортивного клуба КПРФ в лице президента мини-футбольного клуба Ивана Ивановича Мельникова. Сегодня детские команды в товарищеском турнире будут соревноваться, будут показывать свою любовь и приверженность королю спорта футболу. На данном мероприятии будут вручены подарки от СК КПРФ, мячи футбольные, манишки, фишки, инвентарь спортивный, необходимый детям для занятий в дальнейшем и улучшения своих качеств футбольных. И сегодня дети Донбасса хотят показать этим турниром, что они действительно за мир. За мир в Донбассе, за мир на всей земле.